Всем привет, с вами снова Арсений, магазин Топхэнк и новый видеообзор товара, представленного в нашем интернет-магазине. Это аксессуары для лодок ПВХ. В данном случае мы рассмотрим два манометра. Это манометр СП-119, проверочный манометр СП-119 и проверочный манометр для клапанов права 2005. Разница в этих манометрах, в принципе, по измерению нет никакой совершенно. Что они измеряют, видно на шкалах, в принципе. Что они измеряют, в принципе, видно на шкале. В чем же разница в этих клапанах? Да, в принципе, что один подходит к клапанам Браво 2005, что второй подходит к клапанам 2005. Но у данного манометра, как вы видите, есть две дополнительные прокладки, которые позволят вам использовать этот манометр проходной, если у вас, допустим, не клапан 2005. Разница у них получается по глубине посадки, то есть, используя одно кольцо прокладкой, либо второе кольцо, вы спокойно сможете этот клапан подогнать уже под, этот манометр подогнать под свой клапан. В дополнение у этого клапана, в дополнение у этого манометра, вот 119, внутри есть такой винт регулируемый. То есть в зависимости от клапана, он надо его подрегулировать именно под ваш клапан, и вы сможете проверить точно давление внутри баллонов лодки, используя вот этот манометр. В манометре 2005 такого винта нет, потому что он рассчитан только под одну модель. Также 2005 подходит под клапана для лодок ПВХ Голубева, так называемые. Сейчас в наше время многие лодки их используют. Почему? Потому что они более дешевые, нежели клапана Браво. Вот. Ну, насчет качества у всех свое мнение. Что еще можно? Для чего они, в принципе, нужны, эти клапана? Ну, как сказать, были случаи такие, что лодку отправляем, допустим, куда-то. А нам звонят и говорят: а, у вас бракованная лодка, туда-сюда, мы ее накачиваем, она просто взорвалась. Вот. Чтобы избежать такого, нужно соблюдать при накачке, смотреть, какое давление все-таки вы накачали в эту лодку. Потому что все производители указывают рекомендованное давление. Вот. А эти манометры помогут вам проверить, насколько сильно вы накачали вашу лодку. Меня зовут Арсений, подписывайтесь на наш канал, покупайте манометры, проверяйте давление в лодках. Рекомендую.